Четырехкратный чемпион Латвии. Следующий участник из Эстонии. Дармо Мид, 30 лет. 153 килограмма. 195 сантиметров. Северной Ирландии. Глен Росс, 37 лет. 200... Come on! Hold that, darling! Come on! Британия. Пятикратный участник чемпионата мира. 27 лет. Чемпион Ирана нынешнего года. Место на чемпионате Северной Америки в нынешнем году. Четвертое место на чемпионате Канады в прошлом году. Пятое место на чемпионате Канады в нынешнем году. Следующий участник из Дании. Рене Бинквиц. 37 лет. 191 сантиметр. 142 килограмма. Семикратный чемпион Дании, пятикратный участник нынешнего года, пятое место в чемпионате США в нынешнем году. Наш следующий участник Стоян Тодорчев из Болгарии. 197 сантиметров, 160 килограммов, трехкратный чемпион Болгарии. Победитель Маленький, 24 года, 160 килограммов, 183 сантиметра. Второе место на чемпионате Эльбрус Нигматуллин. Андамасис, привет! 125 килограммов, 180 сантиметров. Финского автономного округа Игорь Тарлак. 32 года, 125 килограммов, 178... Напоминаю, что спортсмены не используют ремни, как и всякое приспособление для упражнения. Зрители готовы поддерживать спортсменов? Давайте, поддерживайте! Нормально, пройти. Райви Свитцес против Игоря Тарлака. Хорошо, хорошо, Игорь. Давайте, помогайте! Мотолили сейчас мы узнаем, с каким временем устанавливать рекорды. Поехали, болеем! Кристиан Савой против Мостова Малики. Итак, рвется к победе. Кристиан Савой пытается улучшить время, которое пока что лучшее время принадлежит Эльбрусу Нигматуллину. И финиширует Мустафа Малике. 10 килограммов. И еще один участник. Еще 240 килограммов. Я такого никогда не видел. Аплодисменты! Карим Алиши против Глена Росса. Карим финиширует первым, Глен Росс его догоняет. Теперь барабанщик, добавь все инструменты. Аплодисменты участникам. Come on! Итак, идет подготовка.
подготовка к старту. Просьба к зрителям, так, спортсменам. Началось! Ваши аплодисменты, ваша помощь! Борьба достаточно напряженная, оба участника примерно одного роста. Но мы видим, что спортсмен из Болгарии, Стайн Федорчик, быстрее своего соперника проходит дистанцию 50 метров с весом 240 килограммов в руках. Аплодисменты, ему он уже финиширует. И его догоняет Брайан Шоу, Стайн Федорчик, который только что финишировал. Он пока что первый в этом упражнении. Это достаточно сложно. Самое сильное упражнение. Фермерское. Ты специально готовился? Или готовишься? За чемпионат мира, да.